Мы занимались молочным животноводством, и в 2018 году пришла такая идея заняться ягодами, потому что это одно из тех направлений, которые, ну, рынок которых на сегодняшний день достаточно свободен. То есть этой продукции на рынке у нас мало, она в очень больших количествах до сих пор еще импортируется. И выбор свой остановили на смородине, не самой прибыльной культуре вроде, но при этом это та культура, которую можно максимально механизировать. То есть ту же самую клубнику, которая, ну, или землянику садовую, как у нас правильно называют ее, нельзя механизировать. То есть ее невозможно собрать никаким механизмом на сегодняшний день. Вот. А смородину, машины такие существовали. Вот. Мы тогда заложили плантацию, через два года мы приобрели первый свой комбайн польского производства, потом через год еще второй комбайн. Вот. Ну, вот так вот и развиваемся. А в прошлом году пришло понимание, что с импортной техникой все не так просто, и мы можем в какой-то момент остаться без запасных частей, ну и, собственно, без новых машин. Мы продолжаем закладку площадей. У нас смородины на сегодняшний день чуть больше 140 гектаров, больше 20 гектаров черноплодной рябины. Вот. Ну и там еще яблоневый сад есть небольшой. Вот. Ну и как бы мы ежегодно увеличиваем площади, и без механизации нам никак. Вот этот вот один комбайн, он заменяет примерно, ну, не менее 100 человек. Это 100 человек, которые прям максимально умеют работать, максимально хороших работников. А тех, которых можно сегодня найти на рынке, ну, наверное, это человек 150-200, а мы их и даже не найдем в таком количестве. Работает на нем, на этом комбайне, один тракторист и два человека, которые принимают ягоду. Ягода прямо с куста высыпается в ящик. Здесь вот, здесь у нас цепляется трактор. Вот. И вот эта штука цепляется к его валу отбора мощности. Ну, через кардан, как бы, как обычно. То есть 80 лошадиных сил более чем достаточно. То есть у нас вот масло прокачивается по этим трубопроводам. Идет вот туда вот наверх. И здесь начинают работать стряхиватели. Вот эти вот устройства. Они еще называются орбироторы. То есть он не вращается, а совершает вот такие вот колебательные движения. Но только очень быстро. И, соответственно, вот здесь вот проходит куст, раздвигаются вот эти вот пластинки, когда он проходит. То есть он в них упирается, проходит. Вот, при проходе он доходит до зоны стряхивания, с двух сторон куст трясется, ягода падает вниз. Вот, и скатывается на две стороны. Здесь транспортеры, ягода поднимается наверх, добирается до зоны очистки. Здесь стоит аспирация, ну, то есть удаление всякой пыли, грязи, листочков. Вот. И дальше, дальше вот ягода высыпает в ящики. Вот уже здесь. Ну, здесь можно выбирать, где. Вот, скорее всего, на этой площадке стоят пустые ящики. Здесь уже полные ящики. Когда трактор выехал из ряда, целиком комбайн, ящики в конце ряда снимаются. И дальше уже на тележках транспортируются в холодильник, где быстро охлаждаются до там, 4 градусов. И потом уже можно их транспортировать куда угодно и продавать. Для работы самого комбайна надо 3 человека. То есть один человек в тракторе и 2 человека, которые эту ягоду просто переставляют ящики с ягодой, уже собранной. Вот. Но кроме этого, в любом случае, нужны еще дополнительные люди, которые эту ягоду потом от комбайна уже перевозят в холодильник. Как давно этот комбайн был сконструирован? Ну вот разрабатывали его разработчики уже. Очень-очень давно они, ребята, занимались разработкой подобной техники, но все не могли найти в России нормальный сбыт. И вот из-за того, что у нас все-таки проснулся большой интерес к промышленному ягодоводству в стране, у нас появились достаточно большие объемы ягоды, которые нужно убирать. Вот, и появились люди, которые готовы были рискнуть деньгами, типа нас. И вложиться в еще несуществующую технику, поверить на слово нашим гениальным разработчикам. Спасибо им большое за то, что они эту технику сделали. И вот она готова к работе. Вот через 2-3 недели у нас начнется сбор смородины.
я правильно понимаю, что вы, крестьянское фермерское хозяйство, взяли и дали людям кучу денег, чтобы они вам сделали комбайн? Да. И теперь этот комбайн может пойти в серийное производство? Да. То есть он уже, ну то есть он технически полностью отработан, вот еще сезон сейчас на уборке отработает, может быть там какие-то огрехи еще выявятся дополнительные. И в принципе, то есть мы себе получим в результате уже место, где мы сможем постоянно эту технику покупать. Просто когда у нас объема там 140 гектар смородины, риск того, что у нас не будет чем убрать, он слишком велик. Там найти 1500 человек на уборку, это нереально. Мы этим занялись в августе прошлого года. И вот в конце мая он уже ну, вот был готов полностью. Вот все, он стоял к работе, вот запускать его уже. И в начале июня он уже вот пробовали вот стряхивать. Была задумка скопировать. Ну, просто реально просто взять и скопировать. Вот. Но, во-первых, сразу в тот момент, когда была идея скопировать, возник вопрос по транспортерам, которые там расположены слишком низко и неудобно. Просто для того, чтобы человек долго мог работать, ему нужно это делать или стоя, или сидя, но никак не на корточках. Вот. То есть это было изменено. Была изменена конструкция стряхивателей точно так же. Была изменена сепарирующая система. Ну, то есть от того образца, который был в базе вообще, в принципе, ну, это как вот... Да, это как сравнить два разных трактора. Тут вы возьмите там Белорус какой-нибудь и там, не знаю, и условно там не знаю, условно Джон Дир, да, там. Потому что у них как бы компоновка сзади большие колеса, спереди маленькие колеса, да. И они универсально пропашные трактора. Ну, то есть, если кто-то будет новый разрабатывать, он тоже будет делать концепцию такую же. То есть, он изначально подумает, что ну вот все делают так. Колеса задние большие, передние маленькие. А теперь дальше идем смотрим. То есть, там нужен двигатель. Двигатель подбираем из того, что есть в наличии, вот и как бы из этого конструируем. Потом там нужна коробка передач, мы тоже ее там как-то конструируем. А дальше там гидросистема, все остальное прочее. Здесь то же самое. То есть, любой комбайн ягодоуборочный должен делать определенные функции. Он должен ягоду стряхнуть, высыпать ее в ящик и по пути еще очистить от мусора. Вот. То есть идея эта, она базовая, во всех комбайнах будет одинаковая. Вот кто, то есть тут невозможно никаким образом ягоду переместить с куста в ящик другим способом. Хотя, уже, наверное, вы ролики видели какие-то в интернете, когда там какие-то такие присосочками что-то так вот это вот хватает. Но вы представляете производительность такой единицы, которая вот это вот будет прицеливаться, раз, и перекладывать. Ну, это красиво выглядит, но функциональности там никакой нет. Здесь простой механизм, который выполняет простые функции, но зато нам дает возможность, как производителям, производить ягоду. И он будет с максимально минимальной скоростью, то есть вот как, насколько может медленно трактор ехать, настолько медленно нужно ехать. Почему? Потому что от этого зависит, как сильно будут кусты повреждаться. То есть в любом случае, вот стряхиватели сами, они жесткие. И везде это так. Для того, ну, чтобы что-то трясти, нужно, чтобы было что-то жесткое, что трясет. Но если оно будет с этими жесткими стряхивателями, они вот, представляете, как вот жесткими пальцами вот по кусту тащить. Поедешь быстро, он просто разорвет все кусты. Нам это, естественно, не надо. Мы же не один год собираем. Вот. Поэтому здесь смысл в том, что он идет медленно, в день убирает, ну, примерно где-то около 3 гектар, наверное. Ну, мы, во всяком случае, на это рассчитываем. Если получится 4, то вообще отлично. У большинства людей представление о ягодах, это вот 2 гектара, это уже очень много. Поэтому, когда вот прям промышленная плантация под механизированную уборку, это где-то гектаров от 10, наверное. И это не вот такой большой комбайн, а есть еще поменьше, которые полряда убирают. Они полурядные комбайны. То есть здесь ряд целиком за один проход стряхивается. А там он в одну сторону проходит, пол куста захватывает, и в обратную сторону вторую половину куста. Вот. Ну, производительность, соответственно, там больше, чем в два раза медленнее получается. Быстрее, чем человек. То есть вот тот комбайн заменяет примерно человек 40 на плантации у сборщиков. Этот где-то человек 100 заменяет. Вот. Альтернативы ручной уборки в данном случае просто нет. У нас нет такого количества людей. Если еще раз к саженцам вернуться, мы когда начали
заниматься смородиной, такого количества объема саженцев просто на рынке не существовало, чтобы его можно было просто взять и купить. В результате мы занялись сами выращиванием еще и саженцев. Сейчас есть люди, которые достойно саженцы выращивают, их уже достаточно много. Вот. Мы за эти годы совместно с нашим Калужским научно-исследовательским институтом сельскохозяйственным создали два сорта смородины новых. Вот. В этом году, в январе, их уже в госреестр внесли. Вот. Как называется? Один называется сорт Лиза, а второй Юхновский. Юхновский, потому что у нас все производство в районе города Юхна в Калужской области. Вот мы как бы по этой местности, которую мы надеемся, что станет смородиновым центром России. Вот. И на сегодняшний день мы где-то в год производим 500 000 саженцев. Это на площадь примерно там 50 гектар. Вы их продаете? Или оставляете себе для увеличения? Тут по-разному получается. В зависимости от ситуации. То есть, когда есть подготовленная площадь и понимание, что мы готовы понести эти затраты, то у себя закладываем. Иногда продаем. В этом году мы, наверное, продадим порядка 100 тысяч саженцев, остальное у себя планируем высадить. Я никогда не занимался селекцией и семеноводством. Точнее, семеноводством занимался. Мы производили семена и на продажу, и себе. Причем не так, как большинство, а прям с документами, то есть полноценно все. Но регистрация новых сортов – это прям… Есть техническая часть. То есть вся техническая часть, она на базе нашего хозяйства велась. А есть часть, связанная с оформлением документации. Это описание и растений, это отбор образцов, это правильное заполнение кучи бумажек, в котором сотни разных параметров, и отсылка в какие-то организации, потом испытания сортов и все остальное прочее. Это прям заморочено, этим нужно заниматься, этим должны прям отдельно специально обученные люди делать всю эту техническую часть работы. У нас были базовые растения, соответственно, у нас были их ягоды, из которых мы выращивали первые сеянцы. И из набора достаточно большого растения мы отобрали те, которые были лучшие по нашим представлениям, которые нам дали, когда начали давать плодоносить, они стали давать наилучший урожай, и мы смогли доказать, что есть уникальность здесь, и кроме того, есть потребительские качества. Нам эти сорта полностью подходят, они пригодны под уборку комбайнами. В принципе, смородина, почти все сорта пригодны под уборку. Есть вопрос сохранности после уборки. Вы всю смородину отправляете на заморозку? Это ваша собственная заморозка? Нет, не наша. Мы просто производим ягоду. Я тут придерживаюсь концепции, что каждый своим делом. Тут комбайны, люди с этого зарабатывают. Это же здорово. С ягоды мы зарабатываем, с переработки уже переработчики.